ты гораздо ближе к справедливости вот здесь, в той системе, которую придумали воры, чем здесь, в той, которую придумало государство. Поэтому и рождается АУЕ, поэтому люди тянутся сюда. Здесь проще, понятней и безопасней, как ни странно. Это тебе говорит бывший прокурор. Все люди, которые хорошо умеют стрелять и взрывать, они нужны всегда. Прокуратура – это паразит. Но вот эти вот люди – это просто показатели того, что люстрация необходима. Их нужно люстрировать и отдалять вообще от юридической профессии. Здравствуйте, меня зовут Михаил Пожарский. И сегодня у меня в гостях Алексей Федяров, бывший следователь прокуратуры. И после этого человек, который провел несколько лет сам в местах заключения по обвинению в мошенничестве и коррупции, я так понимаю. То есть человек, который видел правоохранительную систему, скажем так, с обеих сторон решетки. А теперь в том числе занимается правозащитной деятельностью в организации «Русь сидящая» и пишет книги. Вот. Первая книга, собственно, посвященная тюремному опыту. Первый мой вопрос, он касается твоей личной истории. Во-первых, сколько времени ты проработал в прокуратуре и в каком качестве? В прокуратуре я проработал 11 лет, с 96 по 2007. Я тебя поправлю сразу немножко. Коррупции в моем обвинении нет, поскольку все, что произошло со мной, это произошло через 6 лет после того, как я уже уволился из прокуратуры, работал в бизнесе. То есть какой-то коррупционной опасности я не нес и не несу, так скажем. Работал я следователем, а потом заместителем прокурора города небольшого в Чувашии, потом уже 3,5 года последних начальником отдела по надзору за следствием прокуратуры республики. Вот такая вот история, если касаться именно прокуратуры. А дальше в бизнесе, и бизнес достаточно крупный, и все события, связанные с описанным в книге, они начались после того, как я уже каких-то определенных достиг вещей, к которым, в принципе, любой стремится, тот, кто приходит в какой-то производственный бизнес. Я был заместителем генерального директора компании, крупной, в совете директоров. Ну, то есть получается, что твое уголовное дело, оно вот с твоей службой прокуратуре связано не было никак? Нет, абсолютно никак, никоим образом. Из прокуратуры я уволился в 2007 году, никаких проблем такого рода, которые могли бы там вызвать увольнение или еще что-то, конечно, такого не было. Я ушел абсолютно самостоятельно, осознанно, на волне создания Следственного комитета, с которым я никак не видел совместное будущее как прокурор. Когда следственные функции забрали у прокуратуры и отдали в СК, собственно, об этом речь? Да? Ну, по большому счету, забрали же не только следственные функции, забрали саму надзорную составляющую прокуратуры. Что такое прокуратура? Что такое надзор? Надзор – это возможность выявить нарушение, устранить его путем дачи указаний, обязательных для исполнения, либо путем принятия собственного какого-то решения. Все это у прокурора отобрали. Прокурор может сейчас только выявить что-то, посмотреть на это и сказать следователю, либо его начальнику: дорогой, давай ты как-то там разберешься у себя, может быть. На что следователь совершенно спокойно отвечает: ты там увидел, спасибо, но мы считаем иначе. И надзора за следствием у прокурора сейчас нет, по сути. Это мне абсолютно никак было неприемлемо. Ну, а в Следственном комитете работать не хотела, поскольку это я считал и считаю, и буду считать, пока эта структура есть, что она абсолютно надуманная, она неэффективная, очень дорогая в использовании, если так сказать можно. Там абсолютно раздутый штат. Ну и странно вообще видеть следственный орган, в котором у тебя следователи около 40%, а все остальные — это бог знает кто вообще. То есть в Следственном комитете следователи около 40%. Тех, кто занимается расследованием дел. Это очень странно. Кто остальные 60%? Какие-то, ладно бы, если водители. Там какие-то методисты, какие-то управленцы, какие-то контролеры, какие-то инспекторы, кто угодно, но не следователи. Ты в книге пишешь, что тебя обвиняли в том, что ты брал некие деньги для передачи в качестве взятки. Нет, не меня обвиняли в том, что я
создал контакт потерпевшего по моему делу с людьми, которые брались помочь. Помочь не обязательно там путем занесения взяток, а путем оказания ему как юридической, так и контактной, если так скажем, помощи. То есть это обращение к депутатам, к руководству всех федеральных органов. Ну, это классическая ситуация, когда ты, по большому счету, уже не в правоохранительных органах, тебе это не особо интересно, ты работаешь в бизнесе, ты понимаешь, что все вопросы решаются с одной стороны, но с другой стороны, ты считаешь себя умным, а значит, тебя обмануть невозможно. Возможно. И к нам приехали, просто нас очень красиво развели. Ну, на это даже жаловаться не стоит. Развели, значит, сам виноват. Это же очень просто все. Да. Ну, то есть, это была некая такая заведомая подстава, да, получается? Со стороны тех, кто с нами работал, конечно, абсолютно заведомо. Они потом приговоры за это и получили все. Правда, это на мой приговор уже не повлияло. То есть, когда их всех осудили за то, что они взяли эти деньги от потерпевшего, на меня это уже никак не повлияло, потому что я уже к тому времени сидел. И я обратился в Верховный суд, но мне отказали даже принять жалобы, что, конечно, было мне уже не так удивительно, потому что я много до этого жалоб написал, уже будучи в зоне, и видел, в каких жалобах, вот абсолютно, казалось бы, обоснованных, тебя отказывают. Хотя у тебя просто в голове не укладывается, как можно в такой жалобе отказать человеку. А сколько всего ты провел в заключении? Я не так много, на самом деле, провел в заключении. Я год был под домашним арестом, потом 4 месяца в изоляторе и год и 3 месяца в колонии. В сравнении с тем, как сидят люди, это так, это мелочь. У меня был вопрос о том, чем, собственно, жизнь в лагерях для бывших сотрудников отличается там от обычной жизни в лагерях. Я вот, собственно, у тебя вычитал то, что, ну, практически ничем. То есть оказывается, что 80% бывших сотрудников — это просто люди, которые когда-то служили срочную службу либо во внутренних войсках, либо в погранвойсках. Да, абсолютно так. Да. И вот здесь есть тоже отличные истории о людях, которые, попадая в тюрьму, думали, что они станут профессиональными преступниками, что они пойдут по некой вот этой воровской карьерной лестнице, что они станут блатными, а тут их встречали и объявляли им, что они, оказывается, менты, потому что когда-то давно они там служили в каких-то войсках. Вот, и, собственно, откуда взялось вот это правило про внутренние войска и почему все настолько странно устроено? То есть, в этом внутренние есть войска, какая-то логика, это, или это просто войска, обычный бюрократический это же не идиотизм? Министерство, внутренние войска — это же не Министерство обороны, это Министерство внутренних дел. Равно как и пограничные войска. Но это не ФСБ, Министерство обороны, это ФСБ. И, соответственно, вот эти две службы, они автоматически относятся к бывшим сотрудникам в понимании ФСИН. Но сейчас много кого довезут, там помощники судей, налоговый инспектор, это МЧС, даже Роспотребнадзор там встречал, ну, был там санитарным врачом, грубо говоря, попал к бывшим сотрудникам. Почему? Потому что погоны носил. А такие, да, истории распространенные, когда человек отслужил во внутренних войсках, забыл вообще об этом, живет прям вот вполне такой ауе, блатной жизнью, прям полноценной, и тут совершает что-то, попадает он, я понимаю, что у него там уважаемая статья, кража особо крупная, он заходит в изолятор, и у него там... все, а бывает еще хуже, даже бывает, что в изоляторе он сидит как нормальный человек, порядочный заключенный, порядочный арестант, а перед этапом ему говорят, а давай-ка ты к боесникам, к бывшим сотрудникам. Он говорит, почему? А потому что ты мент. Какой я мент? А вот так вот. И там такие трагедии личные происходят. Я так понял, что вот понятие там ценности, вот этот самый уклад арестантской жизни, он там в принципе примерно тот же. Но при этом там отсутствует вот эта вся теневая властная иерархия, которая есть, ну, в так называемых черных лагерях и тюрьмах, где есть смотрящие, там потом смотрящие за корпусами, потом положенец, вот, и все это упирается там куда-то в воров, да. И вот эта иерархия, она помимо там, ну, перераспределения денег в свою пользу, она занимается тем, что она разрешает те конфликты, которые там возникают, собственно, потому что, ну, обычно там не дерутся, насилие, оно как бы порицается, и в случае конфликтов обычно это решается, ну, вот, с привлечением, значит, представителей вот этой
теневой иерархии. Поэтому у меня вопрос, как вот этот процесс разрешения конфликтов, он устроен на БМБС-ных зонах, если вот этой вот части власти там нет, а есть вот только некая официальная? Ну нет, это будет неправильно сказать, что вот этой части власти вообще нет. Конечно, это не формализовано наличие смотрящих и их отчетность непосредственно, там, скажем, какая-то контролируемость ворами в законе. Но в любом случае, ты же понимаешь, ну, у тебя 2000 человек, которые разбиты по баракам, по сотне. У тебя в каждом бараке, где 100 человек есть, у тебя все равно выделится кучка 5-10 человек, которые, собственно, и будут разрешать все эти конфликты. И они, по большому счету, таковыми смотрящими, ну, если очень условно так сказать, да, являются. В любом случае, конфликты разрешаются людьми там. И идут к кому-то, ну, к тому же завхозу. Завхоз на зонах для бывших сотрудников – это, ну, не напрямую, там, так скажем, красный козел там, с косяком на плече, а это человек, ну, который за неимением кого-то иного вот эти вот людские вопросы тоже и решает, разрешает. Да, приходят к нему и говорят, он у меня там скрысил пачку сигарет, что с ним будем делать, давай его отделять. И завхоз сидит и собирает, давайте вынесем это на людское. Люди также вот собираются, там 5-10 человек обсуждают, стоит это того, либо нет, либо там не доказано. По сути, получается, что действует некий сплав самоорганизации и официальной власти. Михаил, понимаешь, вот сама система АУЕ, сама система воровская, блатных, она же не родилась просто так, сама по себе. Ну, разумеется. Она... Просто так тоже плохое слово на зоне. Она выросла как какая-то структурированная, четкая система, которая позволяет тебе выжить в условиях бессистемных, спорадических, которые устраивает ФСИН. Потому что жить по распорядку, который придумал ФСИН, невозможно. Ни сотрудникам, ни осужденным. Арестант никогда не проживет по ПВР, по правилам внутреннего распорядка. Самое жестокое наказание – это жить по ПВР. Потому что там настолько заформализовано, формализировано, настолько все это противоречиво, все эти правила, такая куча еще подправил и приказов, в которых они сами путаются, что в принципе наказать можно за все, что угодно, и за все, что угодно не наказывать. В этом ПВР не знают ни сотрудники, ни арестанты. Но сама система, выработанная десятилетиями, условно говоря, понятийная, воровская, она позволяет тебе в этом выжить, потому что она четкая, структурированная. Вот нарушения, сами нарушения, они как бы условно кодифицированы, и они все сведены в минимум каких-то условно обозначенных деликтов, за которые наступает ответственность. И ты понимаешь, что ты пойдешь в администрацию с абсолютно неизвестным результатом, потому что за все, что угодно тебя могут закрыть в ШИЗО и за все, что угодно простить, сославшись на норму. И ты пойдешь к человеку, который живет по вот этому понятийному аппарату. И ты понимаешь, что там будет по справедливости. А если нет, то ты вынесешь на людскую и скажешь, парни, вот так вот, здесь беспредел, а должно быть так, и тебя выслушают. И ты гораздо ближе к справедливости вот здесь, в той системе, которую придумали воры, чем здесь, в той, которую придумало государство. Поэтому и рождается АУЕ. Поэтому люди тянутся сюда. Здесь проще, понятней и безопасней, как ни странно. Это тебе говорит бывший прокурор. Бывший сотрудник за АУЕ. В сравнении с тем законодательным правоохранительным маразмом, который сейчас творится, конечно, да. Конечно, здесь... Проще понять несправедливый в АУЕ. Я вынужден с этим согласиться. Да, вот так. Стенды в отряде, стенды в бараке. Вот это прямой показатель того, как пытается регулировать вот эту общность государства. То есть ты приезжаешь, видишь одни стенды, что у тебя правила такие, правила такие, правила такие. Там социальные лифты и куча разъяснений с руководства ФСИН о том, как прекрасно иметь эти социальные лифты. Через полгода это все выкидывается. Вернее, как выкидывается? Фотографии выкидываются. Лагерный художник все это перекрашивает. Социальные лифты, оказывается, вообще отвратительно не нужно, а нужно разработать систему
там, совершенствование личности. На полгодика висит вот это вот, потом снова меняется, потому что снова кто-то во ФСИН России издал приказ. Поэтому лагерные художники востребованы, потому что они... Не потому что они сидят и рисуют какие-то картинки, которые покупают зэки, администрация забирает. А потому что тебе постоянно нужно перерисовывать стенды. Любая такая инициатива, любая инициатива руководства ФСИН, она основана на том, чтобы выбить дополнительный бюджет. Любая инициатива. Они ничего не придумают, если за этим не стоит возможность чего-то вытянуть из бюджета. Никогда и ничего. Сейчас у них эти центры трудовой занятости. Это же прекрасно. Там, например, по эстонскому типу, человек вышел из тюрьмы в Эстонии, он попадает в центр трудовой занятости, где он адаптируется к действительности, он работает, он получает зарплату, он живет, его кормят. Классно, во что это у нас вылится? Ну, они построят 1-2, выбьют на это много-много денег, распилят. А люди как выходили в никуда, так и будут выходить в никуда. Хорошо, ладно, если выходит в никуда человек, у которого есть специальность. Там хороший, условно говоря, юрист, что мне ближе всего, он найдет себе работу. А выходит человек, у которого в 90-х была прекрасная специальность, он умел взрывать и стрелять. Хорошо, он отсидел 20 лет. Он отсидел свои 20 лет. Он вышел. Он не потерял здоровье. Его посадили в 25, сейчас ему 45. Он жил, питался. Он получал какие-то передачки, а потом наладил себе систему снабжения с зэков. Он вышел здоровым человеком в 45 лет, но он ничего не умеет, кроме как стрелять и взрывать. И он выходит, у него нет жилья, жены, родителей, образования, заработка. Да, то есть ничего. Связи. Связи какие? Есть только тюремные, да. Кому все люди, которые хорошо умеют стрелять и взрывать, они нужны всегда. А, собственно, почему оно у нас вот так вот настолько маразматично работает? Почему... Ведь вот эти все инициативы ФСИНовские, там, социальный лифт, развитие личности, это же, наверное, так вот прекрасно звучит на бумаге. Психологи, да? Очень хорошо звучат. Вот, психологи, да, вот как бы они же смотрят там на какой-то западный опыт, и опять же, центр занятости, как в Эстонии, там, психологи, как в Европе, там, развитие личности. Почему, как, когда они, ну, они, предположим, что они хотят не только на этом что-то украсть, предположим, что они также хотят и чего-то хорошего. Почему, когда это все начинает внедрять у нас, оно вот превращается вот в этот бесконечный бюрократический маразм, который только, ну, осложняет жизнь людям? Пример психологов возьмем для начала. Они очень красиво отчитываются, что у них психологи в каждой зоне. В каждой зоне психологи. Как работают психологи в зоне? На 100%, практически на 100% психологи женщины. И я встречал, вот по крайней мере в колонии в 13-й, в Тагиле, это очень неглупые и, на мой взгляд, порядочные люди. Эти женщины-психологи, которые работают в этой колонии. Они, в самом деле, там выделяются каким-то пятном, понимаешь, вот светлым пятном. Они разговаривают с тобой по-человечески. Они умны относительно вот этого серого состава, который там. Но чтобы женщина, психолог, вышла в колонию, а они должны работать в отрядах. Они не должны сидеть у себя в кабинете, в коморочке, которая им построена. Они должны работать в отрядах. Они должны посещать каждый отряд. Ну, условно говоря, 20 отрядов у тебя в колонии. 30 дней в месяц. Они должны побывать за эти 30 дней во всех 20 отрядах. Как не просто побывать, а поработать с заключенными. Это же так описывается. Они работают с заключенными, пишут там про них какие-то справки. Но проблема в том, чтобы женщина вышла в зону, ей нужно двое сопровождающих мужчин. А вот на вот эту массу сотрудников СИН, которые есть вообще, людей, которые работают в периметре зоны, это такой мизер. Я не знаю, там процентов 10 может быть. Начальники отрядов, опера, инспектора безопасности. Все, больше никого нет. А все остальные? Начальники отрядов дико заняты. Это просто это самая замордованная должность во ФСИН. Причем там, да, там тоже есть очень приличные, порядочные ребята. Инспектор отдела безопасности. Казалось бы, да, они в дежурной смене, есть 2 или 3 человека на зону. Но они просто заняты вот абсолютно. То есть они ходят либо по отрядам инспектируют. У них свой план. Психологи в их план не входят.
Им нужно все отряды пройти, проинспектировать и каждый день дать какое-то количество актов о нарушениях. У них план. Поэтому все знают, к концу месяца пришел сотрудник безопасности, все, прячься, потому что у него план на месяц, значит, не выполнен. Кто пойдет с ними, с этими психологами по отрядам? И поэтому психологи никогда не ходят по отрядам. Потому что не с кем женщинам-психологам выходить в мужскую зону. Что они делают? Они тащат к себе дневальных, старших дневальных отрядов, ну, завхозов. Либо, если уже нормальные отношения, там, просто дневальных раздают эти листочки. Ребят, вы сейчас просмотрели вот такой-то вот фильм. Вы прослушали вот такую передачу. Я поработал с такими-то людьми. Пусть подписи поставят. Ты идешь, они тебе подписывают. Все это ты приносишь. Они там пишут секундочку справочки. Есть психологи, которые вообще никогда в зону не выходили. Они сидят у себя в коморочке, у них отдельный вход, и через отдельный вход выходят оттуда. То есть психологической службы нет. То есть хорошее начинание зарублено вот так вот, вот этим вот. Почему это происходит? Да потому что абсолютно безразлично руководству ФСИН, что фактически реально происходит в зоне. Одна просьба, одно требование ко всем, чтобы ничего из зоны не выходило. Самый лучший начальник колонии – это тот, у которого из колонии не выходит никакого шума, неважно, что он там делает. Он может есть зэков на завтрак, но если из колонии нет никакого шума, нет жалоб и не выходит видео, как, например, по ярославским колониям от общественного вердикта, значит, это прекрасный начальник колонии, он будет расти дальше. Мне здесь интересен тот момент, что как получается так, что вот есть некая система, в которой есть там механизмы проверок, механизмы надзора, и предполагается, что она вот должна работать, то есть должны писаться жалобы, должны приезжать прокуроры, должно еще что-то происходить, а на практике оказывается, что именно эта система вот этой вот бюрократической надзорной отчетности, она и порождает вот этот замкнутый круг насилия, когда самым эффективным начальником оказывается не тот, который, у которого все действительно хорошо, а им оказывается тот, который вот всех забивает до такого состояния, что там уже совсем мат, и поэтому оттуда не выходит. Значит, ну, как эту систему можно починить вообще, с какой стороны начинать? Система будет работать как-то более или менее приближенно к нормальным человеческим стандартам, не людоедским. Только в одном случае, если будет контроль и надзор, о которых ты упоминаешь. Их нет сейчас. Их просто нет. Прокуратура – это не надзор. Прокуратура – это паразит на государственном бюджете, который живет в полном симбиозе с ФСИН. Не может быть иначе, потому что прокурорская отчетность прямо завязана на нарушения во ФСИН. А точнее на удовлетворяемость жалоб людей. Если человек пишет о том, что его избивают, о том, что его права нарушены в учреждении ФСИН, и прокурор эту жалобу удовлетворяет, и этот показатель является крайне негативным для прокурора. Абсолютно негативным даже, не просто крайне. По каждому удовлетворенной жалобе прокуратура проводит проверку внутреннюю, собственную. И прокурор обязательно должен кого-то внутри наказать. Поэтому сама система прокурорская построена так, что ты сделаешь все, что угодно, но ты ни в коем случае не удовлетворяешь жалобу. Точно так же происходит в прокуратуре по надзору за исполнительными учреждениями. Я считаю, что это вот из всех спецпрокуратур, там же есть природная, природоохранная прокуратура, транспортная спецпрокуратура. Есть еще спецпрокуратура вот по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. Самая бесполезная, самая ненужная, которую можно абсолютно не задумываясь отсечь и всех сотрудников просто уволить, даже не интегрируя их в ряды обычной прокуратуры. Это вот это вот. Они живут со ФСИН, они пьют с ними, они у них в саунах, они с ними занимаются всем, чем занимаются мужики в свободное время. И ждать от них какую-то реакцию более-менее адекватной, ну, вообще точно не надо. То есть получается, что удовлетворение жалоб – это работа прокурора. Но при этом за удовлетворение жалоб прокуроров наказывают. Да. То есть получается, если прокурор хочет честно делать свою работу, он с работы вылетит в итоге.
Смысл этого, как они объясняют, смысл этого в том, что прокурор должен предотвращать нарушение. То есть, если жалобу удовлетворил, значит, ты до этого не предотвратил. Но это такой маразм, придуманный еще во времена Устинова, генерального прокурора. До этого я такого не замечал. Я начинал работать еще до Скуратова. Никаких проблем не было удовлетворить жалобу, прекратить дело, отказать возбуждение уголовного дела. Училось нормально. Ну, за оправдательно тебе сказали бы, если там прям явно есть нарушение, сказали бы, ну да, ну вот это, конечно, это... Ну, работа, у тебя же работы много. Сейчас это катастрофа, ЧП. То есть это не так давно, да, все началось? Это начало 2000-х, где-то 2003-2004 года, самый начался пик. А для меня показатель, ты зайди к любому прокурору, помощнику прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, что ты увидишь у него на стене? Вырезанный зэками герб России, там вот какой-нибудь там огромный. На шкафу будет стоять корабль, вырезанный зэками. Это подношение от начальников колоний прокурору. И если этого нет, ну, значит, ну, что-то какой-то слабенький прокурор. Кортики какие-нибудь, выкованные зэками. Еще что-нибудь такое. Вот зэковские поделки. Почему-то вот эти вот поделки, вылепленные рабами, вырезанные рабами, они считают таким своим достижением, подтверждением своего статуса. Это так, это по всей стране так, в любом регионе. Это абсолютно симбиотическая сложившаяся связка, которую надо разрывать нещадно. Причем разрывать так, чтобы ты работал в спецпрокуратуре, зону надзирал. Вообще закрывать дорогу в любую юридическую профессию, не только в прокуратуру, МВД. Что же получается, люстрировать? Да, вот этих людей, я вообще не сторонник люстрации, но вот эти вот люди, это просто показатели того, что люстрация необходима. Их нужно люстрировать и отдалять вообще от юридической профессии. Даже, не знаю, там, на каком-нибудь ООО «Рога и копыта» юрисконсультом нельзя работать. Мне как раз очень интересно, как устроена вся эта скрытая от глаз лагерная экономика. Потому что ты вот пишешь, что официально трудоустроены там человек 200, да. И при этом работает 500 или 1000, гораздо больше. Да, да, да. И они что-то делают, они делают какую-то продукцию, и куда эта продукция потом уходит, и как вообще это все вот организовано. Зона, если это зона с так называемой промкой, промышленной зоной, это клондайк для того, чтобы что-то зарабатывать серо, в сером сегменте. Ну, представь ситуацию, у тебя вот цеха стоят, у тебя по твоим контактам есть коммерсы, которые готовы эти цеха арендовать и использовать твою рабочую силу. Конечно, это самое примитивное производство, потому что текучка. Ты там не сможешь чипы паять какие-то. Конечно, это что-то там элементарное, опасное, что может делать, в принципе, любой после двух дней обучения. Контролировать это никто не будет. Вот просто никто. Возвращаясь к системе контроля, прокурорского контроля нет. Контроля со стороны уполномоченного права человека нет. ОНК условно, потому что их просто вот на глазах вышибают более или менее адекватных. ОНК со стороны гражданского общества контроля нет. Правозащитникам, типа там общественный вердикт, РУСИ сидящие, комитеты против пыток, люди, которые могли бы зайти посмотреть, нам туда входа нет. И поэтому ты оказываешься в системе, будучи начальником колонии, ты в системе абсолютно бесконтрольной. Абсолютно бесконтрольной людской массы и производственных ресурсов. Вот остается что? Остается, тебе нужен человек, у которого есть небольшое производство. Он заезжает, ставит это производство, и ты ему поставляешь людей. Еще одна вот интересная часть теневой экономики, которую ты описываешь, это эти вот многочисленные ремонты и благоустройство лагеря. То есть оказывается так, что вот ФСИН выделяет некие деньги на ремонт, на постройку, там еще на что-то. А на практике это осуществляется за счет того, что деньги собирают, собственно, с заключенных и вот как-то ремонтируют. Те деньги, которые выделяют ФСИН, они при этом куда уходят? Ну, куда-то, наверное, да. И как, собственно, как вот это все устроено? На самом деле это и проверить ведь абсолютно несложно, как и куда уходят эти деньги. Там поковыряться, посидеть даже средствами налоговой инспекции, это было бы абсолютно несложно.
Но никто этим заниматься не будет. Это настолько табуированное пространство для всех проверяющих. Строится. Но вот удивительно же, когда приходит проверяющий, неважно, уполномоченный по правам человека, там, прокурор, проверяющий с вышестоящего ФСИН, он заходит в барак, он идет, он видит в туалетах дорогие унитазы, дорогие раковины, плитку на стенах с тиграми, что любят делать в кавказских отрядах. Он видит ступеньки со светодиодами. Ему абсолютно понятно любому человеку, что бюджет на это деньги не выделял. Ну, не выделял. Но он идет и говорит, как у вас хорошо тут, как у вас тут хорошо. Вот сделали же, сделали себе. Понимаешь? Вот зачем это, я не знаю. Ведь можно же найти деньги колоссальные, которые выделяются, можно же с привлечением хороших строительных организаций сделать нормальные ремонты во всех этих бараках, и чтобы люди жили спокойно. Нет. Чтобы бюджетные деньги остались без какого-то внимания, нет, такого там не будет никогда. Ну, то есть, получается, что вот эти бюджетные деньги, их разворовывают примерно полностью, а потом зэки за собственные деньги делают ремонт со светодиодами. Скажем так, я за время, которое интересуюсь этой темой, еще ни разу не встретил, чтобы как ремонт хотя бы в каком-нибудь отряде был произведен за счет ФСИН. Всегда зэки собирают, но при этом много-много раз ко мне люди обращались и обращаются. И вот сегодня был звонок с утра о том, что просят денег на то, чтобы сделать небольшой ремонт в кубрике. Отличительная черта вот этого внутреннего распорядка, это, я так понимаю, за регулированность и за бюрократизированность примерно всего. Да. Собственно, мне интересно, откуда, по твоему мнению, берутся такие документы, которые пытаются отрегулировать все, потому что, ну, в принципе, понятно, что отрегулировать все невозможно. То есть это будет работать примерно как плановая экономика, то есть, ну, никак. У меня здесь есть, конечно, такое свое предположение, ну, о том, как я себе представляю природу власти, это то, что настоящая власть, она основана на некой возможности произвола. И если у тебя есть система правил, которую невозможно исполнять, то, соответственно, вся власть оказывается в твоих руках, потому что ты можешь наказать любого и одновременно никого не наказывать. И все должны обращаться к тебе. То есть мне не кажется, что это вот изначально так продумывается, но по сути это функционирует так. То есть вот власть произвола, она укрепляется за счет вот этой вот гиперрегуляции. Ну, ты все сказал. Ну, то есть, я правильно все понимаю? В принципе, абсолютно так. Да, я бы только добавил, что все это подкрепляется многочисленными санкциями. Все рестрикты подкрепляются многочисленными санкциями, пусть даже мелкими. А мелких санкций, по большому счету, нет в зоне. Потому что, если человек хочет на УДО, ему одного выговора достаточно, чтобы он понимал, что в течение года можно не подаваться в суд на УДО. А выговор могут дать, соответственно, там за незаправленную кровать. Ну, незаправленную кровать — это очень серьезно. А за то, что ты сел на кровать, ты можешь уехать в ШИЗО сразу. Сразу в ШИЗО за то, что ты сидишь на кровати. А если ты, не дай бог, заснул, если ты прилег хотя бы на кровать в течение дня, ну, это ШИЗО, это с максимальной степенью вероятности. Это очень серьезное, грубейшее нарушение. Ну, за пайку хлеба из столовой. Ну, зачем за пайку хлеба из столовой наказывать? Но по большому счету, если подумать, ну, почему у человека не может быть связи с родными? В течение дня хотя бы там 10 минут позвонить. Ну почему нельзя? Да, есть отряды, есть бараки, где, ну, висят 2-3 телефона на барак со страшно дорогой связью какой-нибудь местной телекоммуникационной компании. По требованиям ФАС висят аппараты двух компаний, но работает почему-то всегда только одна компания. Там страшно дорого действительно звонить. Звонишь как в Доминикану вообще. Но, тем не менее, люди звонят. Я, честно, не вижу проблем, если бы там у людей были мобильные телефоны, кто может себе позволить, их на час выдавали бы в течение дня. Ну, на полчаса, ну, на 15 минут, чтобы дома поговорить.
Ведь наказание называется ограничение свободы, но не унижение, не издевательство и не лишение связи с родными. Сейчас у нас очень много говорят о такой клановости, да, в этой структуре. То, что есть кланы там ФСБ, есть кланы ВСК, там есть МВД и так далее. Это все уже было в те времена, когда ты работал в прокуратуре, вот это вот, знаешь, такая потеря правоохранительными структурами такой вот единой субъектности и распад их на вот какие-то мелкие банды, которые друг с другом воюют, там соревнуются за какие-то денежные потоки и прочее. Это было уже, когда ты работал, или это вот как-то вот эволюционировало со временем? Нет, этого, безусловно, не было в конце 90-х. Да, люди, конечно, в любой человек, который идет наверх, он подбирает себе команду. Но это не семья, это не люди, с которыми ты связан какими-то родственными связями или там еще какими-то матримониальными. Это команда, которая работает, которая обеспечивает тебе работу. И я более того скажу так, что люди, которые засадили сейчас своими сыновьями и дочерями органы правоохранительные, в команде они имеют не сыновей, не дочерей, а тех, кто работает, кто дает им возможность на этом месте пробыть. На это я впервые начал обращать внимание где-то, наверное, в 5-6 годах, когда я захожу в одну районную прокуратуру большую, иду по коридору и вижу таблички с фамилиями. И я понимаю, что я их родителей всех знаю. Этот оттуда, этот суд, это прокурорский, это крупное МВД, это бюро судмедэкспертизы, тоже очень серьезная женщина. И я понимаю, что да, вот оно, приходит время. А сейчас, ну, наверное, других свободных табличек-то и нет. Все чьи-то. Причем же там стоит для видимости у тебя же в каждом отделе кадров очередь. Но как-то получается, что проходит без очереди. Люди. И там с этими людьми происходит страшная вещь, трагически со многими. Знаешь, вот я не понимаю, зачем их пихают вот именно туда. Хорошо, прокуратура сейчас это достаточно комфортный орган. Комфортный для работы, там нет необходимости выжимать из себя соки. Ты можешь там, если ты девушка, заниматься тем, что ты занимаешься своим телом, там, делаешь себе губы, грудь, я абсолютно ничего против не имею, это право человека сделать своим телом все что угодно. Но у тебя есть на это время, есть возможность этим всем заниматься, потому что ты работаешь, по большому счету, не занят. Ну, сколько сейчас сотрудников прокуратуры? Около 60 тысяч. Если на весь Советский Союз было там 17 тысяч. Ну, сейчас это со следствием. А сейчас и СК, и еще прокуратура. Им еще в прошлом году увеличили численность. Сколько сейчас там? 59, по-моему, тысяч человек. Что им делать? Они ходят, поэтому занимаются всякой ерундой. Ну, как-нибудь показать, что они что-то сделали. Они ничего не делают. Их вот совершенно смело с 50 тысяч их можно угонять там, до 10. Страна не заметит, не сплакнет, не вздрогнет. Бюджет станет легче, да. И идешь по Следственному комитету, ты видишь то же самое. Ты понимаешь, что в ФСБ то же самое, потому что разговариваешь вот с моими ровесниками, теми, кто чуть старше, с которыми ты начинал работать там в конце 90-х. Там, где сын? Ну вот сейчас в высшей школе. Там. Куда? По какой линии пойдет? Ну там, хотел бы по первую, но вот пойдет там в ЗКС, защиту конституционного строя. Ну ладно, хорошо. Это тоже который неплохо. Экстремистов ловит? Да, это который ловит экстремистов. Очень успешно ловит, молодцы. И считается нормальным абсолютно, непорицаемым это теперь. Это сейчас непорицаемо, совершенно непорицаемо. Наоборот, если человек занимает крупную должность, но сын его пошел работать журналистом, а не в прокуратуру, ему задают вопросы. К нему появляются вопросы. Что такое? Что случилось? Что, совсем дурак, да? Этот. А труп вообще окончательно отбился, влияние на кого не имеешь. Он не наркоман у тебя? Там. Это я не шучу, это нормальные разговоры, абсолютно нормальные. Когда человек говорит, да он выбрал журналистику, уже вопросы к нему. Ты что вообще? Что это у тебя сын-то? Ну, то есть, по сути, получается такое нормальное средневековье, где вот звания передаются по наследству, и сын рыцаря не может стать там кем, плотником или журналистом.
Да, мы в это скатились абсолютно точно. Что касается правоохранительных органов, я не знаю, как обстоят дела в других ведомствах, но то, что творится в правоохранительных органах, я знаю достаточно хорошо, много контактов, много с кем разговариваю, переписываюсь, общаюсь. Там абсолютно, да, средневековье. В этом плане, вот именно в плане преемственности средневековья. И больше всех страдают рабочее звено средних-средних руководителей. Примерно таким я был. Когда ты понимаешь, что у тебя работы много на самом деле, потому что убийств-то много совершается, и их надо расследовать, а ты понимаешь, что расследовать некем. У тебя в отделе 5 человек, работать могут 2, а 3 — это украшение. Понятно. И при этом еще, наверное, понимаешь, что у тебя есть некий служебный потолок, потому что там уже чьи-то дети, они же должны дослужиться тоже. Служебные потолки, конечно, примерно понятны, да, всем. Если ты в серьезной команде, ты понимаешь, что ты за этим человеком пойдешь. А так, все понимают примерно, до чего они смогут дослужиться. Собственно, ты сказал, что у нас и прокуроров, и там численность других силовых структур, она гораздо больше, чем там даже при Советском Союзе. Как же у нас в таком случае получается, что у нас это сочетается с африканским уровнем преступности? Почему все эти люди, они работают вхолостую? Чем больше у тебя будет сотрудников, которые ходят по улицам, чем больше у тебя будет оперов, тем больше у тебя будет преступлений. Они будут придумывать. Чем занимается Следственный комитет в последнее время, который ориентирован на статистику? Он придумывает себе дела, придумывает преступность. Рабочий день любого начальника отдела Следственного комитета на земле начинается с того, что он думает, где ему взять дела. Потому что указание сверху: каждый следователь должен направить в суд не менее 2 дел в месяц. Без разницы каких. Вот спасением был в прошлом году, там позапрошлом, 282-я статья «Экстремизм». Они его высасывали отовсюду. Сейчас немножко волна по экстремизму ушла, она вернется, потихонечку она вернется, потому что сейчас пошла нарабатываться практика по административкам, эти люди в течение года все равно что-нибудь еще напишут, и они пойдут. 282-я заменилась 280-й. Вот какой бред, да? Экстремизм мы убираем, но призывы к экстремизму оставляем. Это только у нас могли придумать. Как раз про экстремизм ты был одним из тех, кто очень скептически, да, отреагировал на эту декриминализацию, так называемую. Вот у меня, кстати, на канале есть ролик самый первый, самого плохого качества, посвященный именно 282-й статье. Ты был одним из тех, с кем я консультировался перед тем, как, да, его делать. Что сейчас с делами по экстремизму, как бы стало хуже, стало лучше, сбылись ли какие-то вот негативные предсказания? Да? Я закончу сначала ответ на первый вопрос по поводу количества дел. И экстремизм в структуре дел, которые расследует Следственный комитет, он небольшую часть занимает. Там же еще масса всяких, там 139-е проникновение в жилище. Если человек переступил через порог, там, 2 пьяных, один другого побил, но в квартире другого, все, пожалуйста, тебе. 318-ю, ты видел, кстати, недавно по интернету гуляла, 318-ю, применение насилия в отношении представителей власти, придумали в Питере кондуктору. Кондуктора человек ударил, кондуктора Следственный комитет посчитал представителем власти, им надо дела откуда-нибудь найти. Кондуктор — это серьезно. Уровень убийств потихонечку падает, он каждый год немножко меньше. Тут тоже, кстати, огромные вопросы к Следственному комитету. Падает в мире, в принципе. Огромные вопросы в этой части к Следственному комитету, потому что если посмотреть отказные материалы по трупам, закамуфлированным под суицид, я уверен, что массу можно будет найти, массу можно будет найти скрытых убийств. Вот эта работа, фальшивая работа, не настоящая, придуманная, когда там бабушка ткнула в погон сотруднику полиции, тот завалился, упал, и возбудили 318-ю первую, когда там подростки избивают дежурные части по 4-5 потерпевших сотрудников полиции, это фальшивые дела, они заменили реальную работу. Реальную работу. Вот этот уровень преступности, он продуцируется во многом вот этими фальшивыми делами. Конечно. Но при этом к таким вещам, как уровень убийств, есть действительно вопросы, в том смысле, что их расследуют мало и плохо. Я правильно понимаю? Официальная раскрываемость убийств высокая. Она всегда там 97-98%. Другое дело, что огромное количество этих преступлений просто скрывается, потому что ты привязан к раскрываемости. Она если упадет,
то будет плохо. Но реальную раскрываемость надо смотреть не по убийствам, и не по наркотикам, и не по 282. Реальная раскрываемость – это кражи. Вот там показатель более-менее приближенный к реальности, потому что ну, ты никуда не денешь. Вот, ну, а почему пошел? Именно кражи? Да? Потому что их надо раскрывать. Их надо раскрывать. И там очень сложно скрыть. Ну, у нас парадоксальная ситуация. У нас реально под суицид закамуфлировать какой-то материал проще, чем кражу. Потому что ну, пришел человек и говорит, у меня украли на 5000 рублей, ты вас будешь делать, ты никуда не денешься. И вот она раскрывается, краш у нас где-то около 40%. А если еще убрать то, что нарисовано там на каких-то залетных наркоманах, где 10-15 эпизодов левых придумано. У нас недавно, кстати, было дело, где человеку винили 32 эпизода, из них 28 судьи отлетели. Потому что ну, просто придумали, на человека навесили. Если это все убрать, то реальная раскрываемость краж пойдет уже под 20%. А если взять кражи из квартир и из домов, то это уже где-то 4-5%. Это нигде на коллегиях не скажут, но это так. Реальная раскрываемость краж из квартир и домов, она ниже 10%. Вот их работа оперативная, понимаешь? Вот там уровень преступности. А они прикрываются вот этой вот ерундой. А теперь про 282-ю. Про экстремизм. Как и предполагалось, когда я прочитал этот законопроект, как и предполагалось, происходит замещение небольшое уголовно-правовой дубины административными такими плетками. Ведь по большому счету для решения оперативной задачи вот тебе нужно срочно изолировать от общества 5-10 человек и повесить их под страхом того, что завтра их закроют. Ведь не нужна уголовка, которая долго расследует, муторно направлять. Ты взял, и у тебя человек на 10-15 суток вылетел. И вот у нас появились неуважение к власти, экстремизм в административном кодексе. И проходит все элементарно, на ура. Очень быстро. Очень быстро. Такой более комплексный подход у правоохранительных органов в этом году нарисовался. Прекрасно об этом говорит журналистка питерская Анастасия Миронова. Мне очень нравится, как она об этом пишет. Про замещение, именно замещение административной практикой уголовного наказания. Но при этом не нужно смотреть на то, что вот просто упало количество 282-х. Да, оно объективно сейчас упало. Изменили часть первую. Но оно вернется. Но на это место пришли 280-е, которые ранее так активно не использовались. То есть не экстремизм, а призывы к экстремизму. То есть представляешь ситуацию, когда взяли, декриминализировали побои, но призывы к побою оставили как статью. То есть за то, что побил, нельзя наказать, а за то, что сказал, давай побьем, можно. Вот такая у нас ситуация с экстремизмом сейчас. Активно использоваться стало оправдание терроризма. Любую фразу трактуют как оправдание терроризма. И это растет. И это заменило уже 282-й. Но скоро 282-я вернется. И плюс огромное количество административки. Вся эта административка, которая появляется, это все наказание за какое-то суждение, которое оценочно воспринимается экспертом, которого сейчас пруд-пруди, как неуважительное, экстремистское, оскорбительное, направленные на разжигание вражды, ненависти, еще чего-нибудь. А как вот, собственно, в административных делах по экстремизму вот с этим институтом экспертократии? То есть административное дело, оно должно уже штамповаться быстро. То есть там раз и... Никаких проблем. Это все ребята продумали. Они все это продумали. Я в прошлом году об этом писал кратко. По информации, которая у нас в прошлом году появилась и которая сейчас подтвердилась уже официально, Роскомнадзор создал систему софт выявления экстремистских текстов в интернете. Они сами делают экспертизу в своем ГУПе, и эти экспертизы прекраснейше принимаются судом, и все это делается моментально, просто моментально. И даже для административок они успевают и будут успевать еще быстрее. В течение буквально 2-3 суток. То есть, как получается, эти экспертизы сейчас делает Роскомнадзор? Да, в итоге? Да. Закамуфлировано. Непосредственно не из Роскомнадзора выходит, но из подконтрольного ему в ГУПа. Ну, плюс когорта экспертов, в кавычках,
Она растет, и эксперты-лингвисты, которые были раньше дефицитом, сейчас это абсолютно в доступе. И востребованная профессия стала. Востребованная, да, профессия. А, вот вся эта история с 282, да, она в моем представлении о том, ну, как она мне видится, о том, что, ну, вот когда там в прошлом, в позапрошлом году начались вот эти все очень шумные истории, что там блогера судят за покемонов, что там в Барнауле судят за какие-то смешные картинки, что кто-то во власти задумался о том, что вот наш инструмент, который предназначался для таких вот точечных, аккуратных репрессий по оппозиционерам, по политическим оппонентам, по каким-то там радикальным левым, радикальным правым, он стал таким вот молотком, которым лупят случайных людей просто. И поэтому там решили отреагировать вот этой декриминализацией. Но так как у правоохранительной системы есть свои интересы, это, то есть интерес в том, чтобы, ну, наштамповать этих дел, там получить какую-то отчетность, там получить бюджет, еще что-то, то вот интересы правителей и исполнителей, они расходятся. Нет, и конечно, нет. Между ними получается такое перетягивание каната. Конечно, нет, абсолютно нет. Во-первых, по уголовным делам ничего не поменялось, они и так подтаскивают за счет других статей. Все, что связано с экстремизмом. Тут же происходит как? Случайность – это вообще основа репрессии. Человек должен понимать, что кем бы он ни был, он может попасть под этот молот. Случайность от репрессии неотделима. Но здесь же другая еще задача. Говорят, вот у нас есть статья. Да, вот вы привлекаете. Ну, представь себе внутреннее совещание. Ты сидишь, генеральный прокурор, говоришь, вот, привлекается, мы привлекаем там 1000 человек за экстремизм. А я сижу и говорю, слушай, вот ты 1000 человек привлек. И чего от этого? Вон, 10 тысяч вышло на акции. И там вышли, и тут вышли. Ты всех привлечешь? Что они у тебя выходят? Значит, не работает это. Давай что-нибудь придумаем такое, чтобы ты мог к любому на акции подойти и его суток на 10-15 закрыть, чтобы он задумался. Ведь это крылатое, а где посадки, это никуда не ушло. Потому что сакральное просто в их понимании, что человека закрыл, проблему решил. Что человек потом выйдет, никто не думает. Вот сейчас надо закрыть эту ситуацию. Мы 1000 человек закрыли. Как ты закроешь их по 282? Не получится. Это надо долго возиться. Ну, да. А административку вот у тебя. За все что угодно. Организация там массового мероприятия. Неуважение к власти. Хулиганство. Экстремизм. Ты берешь человека из толпы случайного, и ты знаешь, что ты можешь любого брать. Ты что-то вот в этой новой реальности административного кодекса, ты что-то ему подберешь, пока будешь ехать в райотдел. Обязательно, ну, подберешь. То есть это опять же практика произвола, практика такого вот массового да. запугивания. Ну, то есть фактически практика террора. Ну, террор, наверное, громко для этого сказано, хотя по большому счету, ну да, случайность же тоже как раз и характеристика. Ну, террора, наверное, в смысле генерации страха. Это генерация страха. Генерация страха путем рандомного подбора жертв, да. То есть ты идешь в толпе, ты понимаешь, что могут убить Васю, Петю, а могут тебя. И, конечно, тебе страшно. А если ты идешь и понимаешь, что вот Вася с Петей делают то-то, и его за это обязательно привлекут, а я-то этого не делаю, я могу идти спокойно и песни петь. Тебе не страшно. Значит, ты можешь что-нибудь сделать, раз тебе не страшно. Тебе должно быть страшно. Пожалуйста. Вот сейчас административный кодекс теперешний – это генератор страха. И люди пока не понимают. Сейчас потихонечку к концу этого года начнут понимать, что сейчас выборы будут в Питере. Вот там будет очень показательная ситуация. Там будут просто вязать все, что движется. Ну да, собственно, 1 мая там уже и вязали многих. Да. Да, Следственный комитет поддержит, откажет возбуждение всех дел, каких только можно. Сотрудникам полиции можно будет потихоньку больше, больше, больше и больше. Никаких проблем у них не возникает с тем, что взять человека, кинуть в отдел, и чтобы сутки его продержать. Раньше был вопрос, встал, ребята, это превышение, незаконное лишение свободы. Сейчас нет, это все нормально. Ну, то есть смысл в том, чтобы запугать всех вот этим произволом настолько, чтобы они там даже, ну, и не думали о том, чтобы куда-то ходить и что-то там делать, потому что результаты этого исхода совершенно непредсказуемые. Люди пытаются таким образом сжать жидкость. Ее же сжать невозможно. Она все равно где-то потечет.
А с учетом того, что тем, кто придумывает эти схемы, кажется, что они работают с идеальными исполнителями, которые будут работать строго в этих схемах. А они не будут работать в этих схемах. У них исполнители далеко не идеальные. Исполнители либо видят, что происходит маразм, либо видят, что начинаются репрессии, либо просто глупы. Понимаешь? Ну и у исполнителей, у них же, собственно, там и экономический интерес, бюрократический интерес. Конечно, слишком много. Выстраивание вот этой всей теневой экономики, которую мы сегодня обсуждали. Слишком много векторов. Как сейчас обстоит дело с правозащитой у нас? Как, в общем, живут или выживают независимые вот правозащитные организации вроде «Руси сидящие», то есть, ну, те, которые не ОНК? Чем завершилась вот эта ваша странная эпопея с попыткой отжать у вас вот бренд? Как живут правозащитники? Ну, стараниями государства у правозащитников появился знак качества. Если ты иностранный агент, значит, ты действительно помогаешь людям, значит, действительно ты вызываешь неприязнь государства. Ну, по нынешним меркам страны... А мы иностранный агент уже? Да, мы иностранный агент тоже, да. По нашим нынешним меркам, конечно, странно идти за помощью, правозащитной помощью к неиностранному агенту. Уже начинаются так сомнения определенные. С этой эпопеей никак, ну, как я и говорил, когда этой Кривицкой, когда она мне звонила, я ей сказал, доработайте, зэков на всех хватит, с нашим названием вы ничего не сделаете. Это наше. Ну, все же знают, вот фонд Ольги Романовой. Это надо еще придумать, изменить ей фамилию и имя этой Кривицкой, или кто там придет следом еще. И стать Ольгой Романовой, или там Алексеем Федяровым, Сергеем Шаровым Делане. Ну, может быть, люди тогда немножко подзапутаются, но это же будет до первого касания, до первого визита. Потом все станет снова ясно. У вас же работает до сих пор этот проект под названием «Школа общественного защитника». Конечно. Это проект, которым руководит наш апологет Сергей Шаров-Делане. Сергей Александрович, если будешь смотреть, огромный привет. И наборы идут, этот проект будет жить. Он показывает жизнеспособность. Люди выходят просто очень-очень серьезно в последнее время, начинают работать. Сразу прям втыкаются в процессы, добиваются результатов. Будет жить этот проект. Вот, ну, собственно, я тоже туда ходил. Да, прекрасно. Вот, и рекомендую посетить, ну, примерно всем, особенно тем, кто интересуется политикой, занимается политикой, кто ходит на митинги и так далее. Собственно, выходя оттуда, не обязательно становиться общественным защитником. Я вот, например, так и не стал. Но вы там услышите очень многое о том, как устроена правоохранительная система, как устроены суды, полиция и все остальное. И вполне вероятно, что в какой-то момент эти знания вам помогут сохранить свободу, здоровья и так далее. По крайней мере, мы живем в такой ситуации, когда они реально могут пригодиться. Это точно. В общем, спасибо, что пришел. Спасибо.